перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. МС Деда требуешь? Окей. О, щит. Е-е-е-е-е, что там улицы щапчут? Это МС Дед решил раздать говна. Готов свой мопед. Биты ебашим с самого утра. Вот это да. Я слегка зарос, отросла борода. МС Дед нагибает вся для всех лохов. Ты к этой всей движухе, братишка, не готов. Ебало завали, и братик не стартуй. А то проведется по губам у тебя полсы хуй. Шо вы там, как дела? МС Дед, вот беда. Золотая цепь я вывожу. Ты стартанешь терпила, я тебя похороню. Снова этот бит меня забавляет. Снова МС Дед всех на бигбайт. Чепуха стартует, но зачем? Но зачем? Не стартуй, чепуха, уебал. Я ляща на раз-два. Тебе ва, вся пизда. На раз-три. Тебя я похоронил. Ты чепуху нихуёво моросил. Нахуя. Что с битом заебал? Дай бить, блядь, что ты меня тут ломаешь. Так не можешь. Е-е-е. Ну давай, я тебе башку биту. Окей. Один и тот же луп. Окей. Е-е-е-е-е. Карвалол гэнг. Это Карвалол гэнг. Карвалол гэнг. Карвалол гэнг. Это Карвалол гэнг. Карвалол гэнг. Карвалол гэнг. Все вместе. Это Карвалол гэнг. Карвалол гэнг. Карвалол гэнг. Это Карвалол гэнг. Эй. Твоя подружаня мне не нужна. Твоя бабуля, вот это для меня. Мы с ней вместе за пенсией пошли. Потом я ее раскатал на пирожки. Люблю тетю Тамару, Галину Степановну. По... Точно ходят слухи, что твой дед лох. Я в 45-м хавал там мох. I'm just homie, trying to keep it real. В 45-м немцы всех перевалил. На 9 мая мы хапали драп, который нам Сталин помогал мутить. Рифма не пошла, стой. Рифма не пошла, давай еще раз. Панчи не иду. Окей. Рафинович говорит, мне заткнись. Вот тебе факт, терпила, подавись. Не рассказывай, что мне делать, твой возраст хуйня. МС Дед снова запрягает тут коня. Я несусь, на парах, по параданам я кричу на рамура. Пацики, вы куда? Мы идем хапать. Пацики, надо ж мне тоже немного дать. Я под падиком сижу, нары просят пройти. Не, придется пятку мне отсыпать. Они говорят, дед, где верхушка? Я не знаю, я ее не коцал, я ведь не маслокрад. МС Дед пришел тут всем раздать. Очки золотой оправы, это да. На своих батлах поднял нихуево бабла. Кто-то скажет, зачем? Кто-то скажет, а я в ответ скажу,
Затем затем у MC Дед ебашу тут гастритом. Ты базарил чепуху, я брошу в тебя артритом. Геморрой. Сука. Ой, все. Фу, синтезатор сделаешь? Да, наконец-то. Ну, делай. Я сейчас, короче, уже сюда закину, нахуй. Делай, делай. Так что будет продуктивно. Добро. Добро. Бля, я даже не знал, что такое. Ну, это, кстати, вот вышло только 4-го недавно. ФЛ-ка? Да, я тебе говорил, помнишь, она в 18-м году должна выйти? Да. Вчера Скруджи базарил за тебя в прямом эфире. Но я уверен, что по-любому он за меня только хорошее говорил. Ну чё он, блядь, пригнал себе битмаря с Одессы, сидит там, блядь, пишет биты, дядя. На вьетнамцев работал, сейчас на меня работает. Вечером, да, вечером дота, по-любому. Мы с драпом доту должны пошпилить. Какая хуйня. Шо? Дядя, я еще не слышу тот бит, который бы меня качал. Я тебя не покормлю, пока ты не сделаешь нормальный бит, ты заебал. Так вот приходится работать, жестко с ними. Мне кажется, с меня бы получился отличный продюсер, дядя, отвечаю. Я уже отсюда слышу, что этот клэп надо убрать, дядя. Лебедь! А-а! Коршун, ты приехал уже? Кипарик пиздатый, да, в шифте купил, блядь. Это единственное, что на меня там налазит, кепка, блядь. Вообще, дядя, так проблематично, что-то в последнее время стало найти вещей, пиздец. В Украине как будто, знаешь, вот, блядь, нема вещей для толстых людей, потому что все знают, что никто нахуй нихуя не доедает, понял? И приходишь, берешь 2X, а это, бля, Элька. В Америке бы это была Элька, дядя, я тебе говорю. Хорошо, что есть, понял, сюр. Шатаут сюру за то, что всегда есть, что одеть на мою жопу. Ну, пока тебя нету, я с Игорёней в доту пойду и поиграю. В смысле худай, блядь? Мне как бы заебись, дядя. Я вчера понял, что... Ай, все. Нельзя такое говорить. Нельзя. Заебал. Вася, я тебя даже голым не видел, а ты базаришь, что я тебя заебал. Вася, если бы я тебя ебал, ты бы человеком был. Вовчик, здорово. Здорово. Охуеть. Давно играешь? Бля, 3 дня. 3 дня в доту шпили нормально. Какой у меня ранг в доте? У меня ранг в доте рак. Слышишь ты, сука, поц, ты напарил свой нахуй, ты напарил свою колесницу страсти, блядь. Свой мамаленд, ты свой мамаленд напарил, блядь, заебал. Сидишь там гнида в компьютерном клубе, я сейчас скажу, чтобы тебя выгнали оттуда, блядь. Поц, отвечаю, блядь. Чума, сука, блядь. Пиздец. Нет, ну так иди, парь, что ты сидишь там в компьютерном клубе, поц. Бля, везде, сука, ремонт. Откуда у вас, сука, деньги на ремонт, блядь? Вы, сука, ремонт уже 11 лет делаете. Меня здесь, сука, 6 лет не было. Ты, пидорас, до сих пор стучишь, сука. Вася, я не вывожу, блядь, это пиздец, отвечаю. Тупо пиздец, блядь, в натуре, чмо, сука, 11 лет делает ремонт, я тебе говорю, блядь, это пиздец. Это слезы, дядя. Вот я уел, он думает, блядь, у стонера нема, сейчас перерыв сделаю. Отвечаю, гнида, 11 лет, сука, стучит, дядя. Да ты посмотри на него, пиздец, блядь, я не могу. Папа Хапа, Фастик, братик, Цавы. Продався бинома, конечно, братан. За те бабки, что они предложили, ты бы нахуй понял, блядь. Блядь.
Даже не хочу говорить. Отключи электричество, я так делал. Братан, ну я по челябинской системе не шарю, понял, как это делать. Такая хуйня. А чё Киевстонер, блядь? Раздуплился 5 лет спустя. А чё Киевстонер? Просто, блядь. Вот, там уже погнали, погнали, понял? Ссылки бросай. Ты сын Гуфа, да, блядь, если бы, дядя. Если бы я был сыном Гуфа, блядь. А так я, блядь, сын. Чей-то сын, понял? Не, а чё, блядь, охуенно, мне кажется. Чё, блядь, всегда мечтал, понял? Отвечаю. Глаза подуставшие. Ты понял, он гнида хотел мне интернет отключить. Все, я... Кто-нибудь смотрел, а кто-нибудь проходил Mortal Kombat? Помните там, короче, блядь, это... Этого, блядь, как его? Шинка заключили в медальон. Помните? Так вот, я, блядь, грибы заключил в этот медальон и ношу этот хайп у себя на шее, понял? Так... Чё? Кстати, мне повестки, прикинь, до сих пор приходят, дядя, я в ахуе. Ты прикинь, тупо, блядь. Охуеть. Меня здесь не было 6 лет, а мне повестки начали приходить. Я говорю, вы чё, ебанутые вообще? Летом в Бердянск приедешь? Да, братик, конечно. Отвечаю. Прям, ну, я... Хасла! Что? У нас планы на лето в Бердянске повисеть, братья. Что? Летом едем в Бердянск висеть, нас приглашают. А, конечно. А не знаю, пацы какой-то в Бердянск летом приглашают. Я думаю, там охуенно. Там охуенно летом? Я знаю, в Бердычеве охуенно, а насчет Бердяшки я хуево знаю. Отвечаю. Шатал всем харьковским подружаням. Шатаут Львову. Шо ты, сука, бля, Адольф? Сделал бит, сука? Компьютер присел. Бит, компьютер бит сделал, бля? Ты же знаешь, где нахуй зарядка? Уже все подключено. Смотри мне, нахуй, не будет бенгера. Ебать, немало вообще кислорода, чтобы подышать. Дядя, не будет бенгера, тебе выживать. Будет пизда, дядя. Нема кислорода, выживать не получается. Бенгер, чтоб написала. Заебал. Ебешься-то. Ебанешься там? В Брянске. В Брянске тоже заебись. Наверное, братик. Да ну хуй там, я выходил на Брянском вокзале, там пизда такая была, там вокзал, блядь, как у меня квартира четырехкомнатная, ты что насыпаешь, блядь, охуенно там, где, блядь? Насыпаю тут, блядь, пиздец. Охуенно в Брянске, блядь. Бля, вы называете такие города, я даже не знаю, бля. Вот, у меня вопрос, вот все те люди, которые вот говорят, подъезжай туда, вы в натуре думаете, что кто-то приедет, бля? Пиздец. Ну, вот, я помню, ты один раз ездил. Дядя, вот у меня всегда вот такой вопрос в голове, приезжай туда. Вы думаете, я сейчас сорвусь и поеду, бля? Ну, серьезно. Вот вы сорвали, вот, бля, вот все, кто мне пишет, приезжайте в Киев. Ёбаный в рот. Пацаны, приезжайте в Киев. Воронеж, пацики с Воронежа, приезжайте в Киев. А, там. Приезжайте в Киев. Хули. Пацаны. Кто? Он, все приезжают. Вот с Камчатского края, пацаны, приезжайте, я вас жду. Бля, это как Эдик рассказывал, прикинь. Тёлка к нему прилетела с Сахалина, прикинь. Вася тупо поселил ее в номер, она 2 дня в номере сидела, а он хоботился. Она ему говорит, слушай, может, ты хоть зайдешь, привет скажешь. Она говорит, бля, малая, сорян, я занят. Прикинь, с Сахалина летела. Ебаный в рот. Охуеть.
Пиздец. Это беда была. Фиг кто приедет. Фиг кто приедет. А то, блядь. Блядь, надо похавать, блядь. Что там ломится так? Ну да, ну хуй его знает, мы думаем на том, чтобы дать концерт. Просто слушай, у меня был первый концерт в Киеве, он пиздец вообще такой грустный был, меня никто не поддержал. Я немного, ну, обиделся на свой город, понял? Такая хуйня. Думаю, в смысле, блядь, что-то меня не поддержали. А вот недавно мы выступали у Роузика на день рождения, и был кач, было все охуенно. Поэтому я думаю, я, наверное, весной дам в конце Киева. Думаю, стереоплазу маленький зал. Кто придет на концерт в Киеве? Поставьте плюс. Ты в футболе за кого топишь? За Арсенал и за Реал, братан. Хули я Навин не вытянул, братик, ну, судья Игнат не везде может распетлять, ты знаешь, как бывает, такая хуйня, не везде можно взять куда-нибудь, отвечаю, but anyway. Барса, шо Барса, блин, шо твоя Барса, блин? Знаешь, вот шлем мой близкий, он большой фанат был Барселоны. И мы всегда с ним фанимся. Но по-братски, понял. Кстати, кто еще не видел, можете заценить мое интервью. Шапка в профиле. Но там ничего смешного нема. Че ты тут сидишь, блядь? Ты бит сделал? Это компьютер выключился. Так иди включай. Ты заебал, дядя, блядь. Что, приехал, чтобы ты тут отдыхал, лежал на кровати, блядь. Бит нахуй. Мне нужен бенгер. Бенгер. Вот мне нравится. Сделай еще раз. Тут. Сейчас будем за луп запишем и будем за. Давай, братан. За лупом. Давай. Вот мне нравится вот это вот. Это вот очень хороший панчлайн. Одного человека. А что это ты? Мала, а что это ты пишешь хуйню? А, блядь, а трансляцию зайти боишься со мной? Что это ты? Слышишь? Пиздец вообще, вот. Тупо пишут хуйню, я нажал подключиться, а она не хочет. Мала, ты что, зассала? Ой, фу. Все, тупо. Писька на измене, понял? Охуеть. Все, это бан, дядя. Ебалый. Ты прикинь, все. Так вот типа насыпала только что там такую хуйню, блядь. Кинул ей запрос на трансу, а она сразу опа. И на заднюю. Олежка. Как ты, дядя? Как там Москва? Да, сейчас бы на джагере 4.16 сыграл, блядь. С моим саппортом Рубиком, который думал, что он керри, я поставил бы, как ты сыграл, пиздец. Насыпаешь что? Фен ебашишь? Конечно, каждый день, блядь. Ёбаный, ты что, умеешь, блядь? Я утром встал, понял, сделал себе чай вместо сахара ложку фена. Хуяк, нахуй. Нормально, блядь. С утра пиздует, блядь. Заебись. Всем советую, нахуй. Ложка фена с утра, блядь. Нет ничего лучше, блядь. И все утро именно. Чуть-чуть. Ебашишь себе, блядь, по красоте. Сколько я вешу? Вов Sims поиграем. Бля, братан, у меня Apple, там нема Sims, понял?
Если хуяч, есть такая игра Vainglory. Можем в Vainglory поиграть. Конечно, фен полная хуйня, вот метадон. Ложку соли не доебашь. Это Дима Динамо с утра ложку соли ебашит вместо сахара. Соли, спайси, спиды, ой. Ну ты чё? Ложка фена это топ. Слышишь ты, одесский маленький еврейский мальчик, ты биты будешь делать или нет? Неси компьютер, я тебе открою. Олежка, здорово. Дядька, как ты там? Бля, ты что-то вчера сгорел в эфире. Братан, не гори, ну нахуй. Не гори, братан. Ой-ой-ой. Иди нахуй, своим помахуй. Вася, блядь. Давай комп. Я просто давай я сам подойду. У меня, короче, комп, знаете, у меня комп мизинцем разблокируется. Это вообще, да, нормально. Где? Так он на кухне. А. Ну я рад, что ты в порядке, дядя. Мой компьютер, бля. Ай, бля, тут пароль надо вводить, сука. Дядя, ну, сын, радужно, метла ебаная, бля. Это мой район, где я вырос. Радужный массив, ебой. А когда ты на районе, у меня были у самого первого металлопластиковые окна, прикинь. Знаете почему? Знаете почему? Потому что я первый выкупил, как на районе, бля, продавать наркотики. Ты что, биты начал делать? Да, это был Fruity Loops на маке, нахуй. О, мала увидела твой бит и в ахуе, думаю, это вообще ебаный урод. Что пишет? Пишет, что все заебись, хаста, набей скилл. У меня браслет от одного очень дорогого мне человека. Такая хуйня. Что? Я не знаю, что с ним делать. Братан, бля, хочешь, чтобы мы все жахнули здесь, бля. Но, бля. Слышите? Там, сука, с туалета капли, там это хуйня не делает. Ебануться вообще, не. Там все натуре. Страшная курица. Хасла, шо по кальяну? Забьешь кальян? Нема угля. Нема угля? Да, можно в фуршете купить, я думаю, в фуршете? Откуда там, блядь? Табачная лавка. Да откуда там, блядь, блядь? Там есть беспонтовая лавка. Все, короче, ребята, я буду лететь, потому что мне надо лететь. Всем пока. Кстати, пишу новый хит. Уже написал, жду, пока сведут. И может быть такое. Не. Не. Ну давай, пока Вани нема. Пока Вани нема. Чтобы Ваня не рассказал, что секрет. Давай ему ответочку и пойдем. Да нахуй сейчас. Хай, сука, шкребет Миша, блядь. Наркоманы, конечно, бля. Это не может нас гонять. Интернет это не жизнь. Тут пиху не сыграли. Ты базарил, мы поймали. Маме тут не позвони. Я помню жизнь, но мне как смешно. Это не машина, не рука. Это
все лицом. Через месяц я комбэтл залетаю на нём. Погоди-ка, не смеется за своим. Не стал бы он никому одному. Не был близко через пять, а ты ведешь себя как дырка, ведь это вау. А я помню жизнь, а никогда не шел. Я Все, там я полный трек показывать не буду. Хуйня, съебался нахуй. Дядя, ты просто посмотри, блядь. На... Прикинь. Держи фотографии, классно. Прикинь, короче, да, типа, сижу и выкупаю блог сделал. Это пизда. Это ты бы пизда. Смотри. А у меня, короче, тут на фотографии, у меня, короче, есть, ну, у меня тут на фотографии, короче, ой, на фотографии, на холодильнике фотографии с тремя девушками, с которыми я не общаюсь, и все три у меня в черном списке, понял? Такая хуйня. И у меня типа напоминание о том, что вот типа снег и больше я и буду, пиздец. Бля, сейчас покажу вам еще один бенгер. Так. Ну, пока мы написали только припев, это будет фит с очень уважаемыми людьми, нахуй. Что я бы на том... Бля, ебать ты мне тут торрентов наскачивал и всей хуйни, пиздец, бля. Покажи сиськи, братан, не. 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 Сейчас вам покажу еще девочку. Еще демочку. Насыпаешь голова, ага, как обычно, пустые слова. Насыпаешь голова, что ты там, насыпаешь голова, голова, насыпаешь голова, ага, как обычно, пустые слова. Терпила заряжаю, мол, братишка, нахуя, обожи телефон и давай, выключай, ты не знаешь, как читать. Ты не знаешь, как рифмовать, просто дядя, иди до дому, тихо отдыхай. Завали ебало пост, ты тут смотришь меня, у меня тут ебаш прямая трасса. Со мной бит Мерседес, и вот такие вот дела. Завали ебало, уебу демон с лохтя. Снег идет, ногами вперед. Снег идет, никто не поймет, что за беда. Что вообще за движ? МС дед, я, пресса мышь. Что ты там насыпаешь голова, голова, что ты там насыпаешь голова, голова, что ты там насыпаешь голова, а, как обычно пустые слова, что ты там насыпаешь голова, голова, что ты там насыпаешь голова, голова, что ты там насыпаешь голова, и, эй. Бля, у меня дохуя битов разом. Понял, when you get famous and shit, типа, я тебе просто так подгоняю. Напиши Southside. Southside? Не, не писал. Если Southside, то в этом фоне или в этой моменте? Окей. Thank you.
фразі попов'я. Так, всього 600. Да, це охуєнний біт. Да, пластик делать, такі біти. Стой, надо попасть. Попасть в бит, это ж тяжело для нас. Не-не-не, стоп. Стоп. Однажды человеку дано было слово. С помощью его он обратился с ним к другому. Потом из этих слов возникло предложение. На этом было построено не одно поколение. Раньше люди ценили то, что им дали. Но ведь просто так слова они бросали. Не то, что сейчас ты в окружении. Пустозвона 80-100% с гримом балабон. Такие фраера нахватали слов блатные. Но на самом деле, дядь, эти слова пустые. Он стоит в казино за спиной, что-то трусит. И думаешь, ты высадишься, и тебя попустят. Не варик, дядь, я из тех старой закалки, которые стоят на месте, даже если гасят палки. То, что вы такие смелые, это и хорошо. Но посмотрим на встречу. За эти годы мир получил много увечий. Но все же осталось в нем что-то человечное. И все-таки, дядь, тех людей уважают, которые не пустоту, а суть излагают. В моем горе было так, флюту и базар, и таких осилий, если ты мер не предпринимал молодому поколению. Это тяжело понять, знаешь, как будто тело функции осознавать. Есть духи, которые удалось перенять, но все больше тех, кто бузят. Он лежит, я разобью. Тебе ебало, хотя ты выкупаешь, дело закончится с пару ударов. И ведь не хочется брать грех на душу, но он так моросит, невозможно слушать. Позже он подсознательно делает себе заметку, когда ты начинаешь рвать его на лестничной клетке. И вот поверь, очередной герой, и вот таких вот, каждый второй, умение молчать. Вот это сила слов, задумайся об этом, не возьми себя за основу. Умение молчать, вам не понять, всем хочется рот открывать. Умение молчать, вам не понять, когда-то можно свинца немного в себя принять. Умение молчать, вам не понять, всем хочется рот открывать. Умение молчать, вам не понять. Все, мы едем сегодня на студию, да. Не знаю, похуй, на какую мы едем сегодня на студию. Отвечаю. Ебать. Считаю туманный гопластик. Йоу, типа и спрашивают, Киевстонер, почему ты не скучаешь, братик? Посмотри, сколько у меня игр. Ёбаный рот. Ебать. Трой, у меня UFC. ГТА. Fallout. Горизонт. Watch Dogs, дядя. Tomb Raider, Mortal Kombat. Що в мене ще є? Ну ти, дядя, надо, блядь. А ну включи этот бит ще раз. Ладно, ребята, всем пока. Ха! Хосло. Power. Yeah. Yeah, boy. Короче. Наша капсула смерти уже нагрелась. Блять, братан, я так хотел помочь этой собаке. Yeah. Здесь доктор Ап Киевстона. И мы едем на капсуле смерти. СТ, what's up, манига Санек, как ты там? Поздравляю тебя с выходом книги. Направо. Поздравляю тебя с выходом с книги, дядя. Если у меня будет возможность, обязательно почитаю твои стихи. Шатаут Хмелюк.
Шатал хмелю, я на капсулі смерті мчу. Легенди дріфта. Легенди дріфта, блядь. Кличко підарас, блядь. Покажи, як виглядить Кріщатик. Посмотри, блядь, Кличко, тупо поц. Ночь, блядь. Саня, я 9 марта буду в Москве, можем пересечься. Ночь, посмотрите, как выглядит Кріщатик, блядь. Его не видно. Ебой. Спасибо, братан. Спасибо. А усё ЦУМ, блядь. ЦУМ, нахуй. О, смотри, Кличко пустил машины. Кличко пустил машины, блядь. Виталий опоздал. Всё. Договор, братик. Чё за ТАСС? Капсула смерти под названием, блядь. В смысле? Мы на Мерседесе едем, это Вася. Кубик, Вася. Мы на, бля... Знаешь, есть кубик, а мы на ромбике катим, бля. Е-е-е, папа-хапа. Фастик, братик, а ты чё не спишь? У вас там 4 утра в Челябе сейчас. Короче, мчим именно через Майдан, дядя. На капсуле смерти, а.к.а. Мерседес Смарт, дядя. Кто говорит, что в смарте места нету? Вася, смотри, сколько... Да где тут все спешаются? Вася, смотри... Бенч! Коленки! Коленки в торпедо не упираются, понял, дядя? Бимба, нахуй! Свет! Ты вы, який свет, блядь! Люк! Бачишь, нахуй, хуяк! Короче, мы едем в Эль-Кафу на левобережку, чтоб увидеться с сочным сновелом. Так что это, ебать тут на брусчатке трусит. Воу-воу-воу-воу, ты гризи, пел. Ты гризи, пел. Я просто... Стадион имени Валерия Лобановского. Дрифт, смотри, дрифт, дрифт. Дядя, мы ебошим дрифт. Антипуксы ебашим. Стадион, для тих, хто не бачив, блядь, зараз побачиш, нахуй. Зараз ми будемо проїжджати Дефльор, там не дуже. Будемо проїжджати Хенговер, там іноді дуже. А потім ми будемо проїжджати Чи. Мої улюблені Чи. Бля, на самом деле в Чи така кухня охуєвша, я їбало завалив, ти що? Все, Игорёня говорит, что ждет нас в Одессе, Валяшка. Игорёня, он баптист, братик, прикинь. Я бобслист, смотри. Да, мы... Братик, ты баптист, а мы бобслисты, понял? На бобслей, у нас он... Парные санки, блядь. Кум рулю, я газую вас, он, ты чё, блядь? Я там обманывал. Щи. Едем в Эль-Кафу на левобережке, дядя. Давайте, пацаны, фан-встреча в Эль-Кафе на левобережке, блядь. Кто придет, тот свой пацан. Кто не придет, то того минус друг в инстаграме. Ой-ой-ой, чи, дядя. Отвечаю, там кухня, завали ебало, там очень вкусно, дядя. Отвечаю. Всем советую приходить туда в будний день. Там, где... И обязательно берите тигровые креветки в соусе чили. Братик, вы ебало завалили, отвечаю. А мы продолжаем наш бобслейный дрифт, няня. У нас тут доктор Драб. Понял. А.к.а. капитан Мацап. Вась, пурим, блядь. Сейчас пурим, няня, блядь. Ёбаный рот. Все, кстати, Пуримом, пацаны. Всех иранцев. О-о-о, ебать. Ебать ту Люсю и сестру Марусю, блядь. Сука, Кличко заебал. Блядь. Кличко. Володя, ебаный в рот, посмотри, как нас трусит, блядь. Дороги нема. Блядь. И это центр, дядя. Парковая аллея. И это центр, блядь. Парковая дорога, ёпты. Да, да. Ты шо это... Только что раздавали, блядь.
две катки затащили, третью слили, потому что хуйни понапикивали, понял? Ёбаный варбакс. Ёбаный варбакс. Пикай, блядь, ЦК, пикай ЦК, блядь. Я того ЦК рот обманывал. Бля, ну, Володя, ёб твою кореняги, гроба мать, це ж, блядь, несерйозно. Де це було б видано, щоб оце в центрі отака хуйня була, дядя? Ёп, бля, посмотри, тут печка. Ааа, Мерседес, брат. Мерседес. Тик-так, гость. Тик-так? Еврейский тик-так, ёбаный в рот, блядь. Раз навсегда. Сколько, 3 года уже хаваешь этой хуйней? Я продаю вас. Да? Будешь? Не, братан. Я знаю твой тик-так, блядь. Сейчас закаваешь пару штук, потом, блядь, начнет мазать, понял, блядь? Друганов остров. Да, МД тик-так, понял? Я не ведусь на это движение. Блядь, горочка. Ювелир уже 30-й сон видит. Это ж сопля, блядь, только за 12 переваливает. Он уже, блядь, спит, нахуй. Ой-ой-ой, под горочку, диви, як смуга, братик. Єбошимо, яймі, бля, кент, нахуй. Єбо, смугу, де 40, єбошимо 40, блядь, старий. Страшно, блядь. Де оце ти, нахуй, бачив, щоб така хуйня була, блядь. Єбошимо з горки по центру 40, блядь. На Мерседесі, блядь, старий. Це тобі не хую білки побачить, блядь, йоп ти нахуй. Єбош, диви, яка смуга, блядь. Єбошусь, як страшний, блядь. Ми по білій полосі. По білій полосі єбошимо, ну, я... Ну, це федір. Я, блядь, і мій кум, блядь. У-у-у. Диви, таксіст. Здорово, Ніколаєвич, як ти сам, блядь. Це не Uber Black, це Uber Пів, блядь. Ми на пол Uber'а і бачимо, понял? Це Uber Pool. Uber Pool, блядь. А знаєш, що саме найсмішніше? Це коли, блядь, бусі кажуть, блядь, не Uber, а Uber, блядь. Uber, блядь. Чуєш, блядь? Чуєш, блядь? У мене нахуй 9 класів образування, бля, я і то знаю, що не Uber, а Uber. Диви, як ми єбошимо на дрівці, блядь. Страшне нахуй коїться, старий, блядь. А ось Дніпро справа, блядь. Дніпро, ми зараз через міст метро будемо проїжджати з пацанами, блядь. Я тобі кажу, блядь. Як каже мій кум, єбала жаба гадюку, блядь. Та! Піздець, нахуй. Отвічаю, блядь. Оце я ще ночного Києва не бачу, блядь. З полонини приїхали, нахуй, єбошимо на Мерседесі, блядь. Я і мені, блядь, єврейський кент. Єврейський кум, блядь. Єврейський кум, єбашимо в Елькафу на Лівобережці, блядь. За закладку єбошимо. На сайті взяли собі солі. Зараз якраз кумарімся, йопти, блядь. Страшне коїться, блядь. Ой, блядь. Диви, яка смуга, дорога чиста. Чисто для того, щоб ми поїхали і взяли, блядь. Покурить, нахуй. Понюхать, блядь. Ой, це я люблю, блядь. Це, блядь. Це, нахуй, міст метро, блядь. Я кожен день на роботу єбошу, блядь, цією трасою. 5, блядь, остановок на метро і все, блядь. Зупинки проходять дуже швидко. Що ти оце там фукаєш, блядь, кобила, блядь? Що ти насипаєш? Пацики їбашать в Елькафу на Лівобережці. Диви, блядь, 60 кілометрів в годину. Де ти таке нахуй бачив, блядь? Отвечаю. Да, зараз гідрап
парк проїжджаємо. Я ото було з моста там пригав, блядь. Я і мій кум, блядь. Ниряли за раками, блядь. Гідрозона це була одна із моїх самих перших дискотек. Отъезжаю. Ото було файно, блядь. Там кожну неділю хтось їбошився, блядь. Таке нахуй було, це пізда, блядь. Але потім ми виросли, блядь. Патірум, нахуй, форсаж, саксон. Ну, короче, елітна движуха у нас вже почалась. Ми вже навчилися на русській мові розмовляти. І все у нас було заєбіся. Я всіх фейс-контрольщиків знав. Всіх фейс-контрольщиків знав. І оце, блядь, я приходжу, блядь. Микола, здорово, мені привіт. Я що ти, як діла? Он такий, малий, проходь, я тебе знаю. Ну, короче, ну, знакомство, всі ці справи було дуже заєбісь, короче. Ну, так, наліво? Ні, ми зараз їбошимо прямо, а потім наліво. Але наліво їбашимо за театром. Поняв? Єбать ти в мене смікательний хлопчик, нахуй. Ось бачиш новість? Ото там десь Елькафа повинна бути. Короче, не суть. Ну, ми їбашили, було заєбіся, заєбісь. Помню, ще клуб такий золото був, не то, що на Лісному, а інший, поняв? Да. Така хуйня. Ну, короче, ми зараз на Лівобережці, воно мусора спереді, напевно, дивляться нашу трансу. Одесь тут наліво. Короче, ну що я можу сказати, блядь? Файно, коли в тебе є інтернет, коли в тебе нормальний телефон, коли в тебе охуєнна камера, короче. Ну я в Києві себе чувствую нормально, нормально. Ось тут правіше, старий. Туди? Правіше, так, да, туди. Що, будь? А вже ж. Короче, я себе в Києві чувствую нормально, я піднявся, блядь. Полонини, нахуй, приїхав, блядь. Начав вайни знімати, блядь. Десь там пошуршав, десь тут, короче. Ну, мене вже люди в цьому місті знають, блядь. Сука! Ну, короче, вони мене знають, блядь. І все в мене заєбісь, блядь. Люди знають, пользуюсь популярністю. Нахуй востребований, десь тут, напевно, наліво. Короче, все заєбісь в мене, пацани. Я оце всім советую, щоб, блядь, ви оце приїхали зі свого міста до Києва, нахуй. І у вас все було заєбісь, дядя. Отвечаю. А знаєш чому? Потому що заєбісь пахне пися. А що за пися, що не пахне заєбісь, блядь. Ну десь тут вона повинна бути, блядь. Да, ось о, диви, як ми приїхали, нахуй, в Елькафу на Лівобережці, блядь. Йобаний в рот, дядя. Це така хуйня невміняема, блядь. Короче, снігу намило по яйця, ба. Але нам похую. Що, у нас на Паланині не така хуйня була. Короче, на улиці нема нікого, блядь. Тільки я і мій кум. Кум, покажи свій ортодоксальний пуховик, блядь. Ну, короче, що я можу, блядь, що вам сказати, хлопці? Жизнь це така віч, що я того рот їбав. Поэтому я вам советую всім оставатися нормальними пацанами. Не будьте ніколи лохами, потому що лохи то є лохи. Будьте нормальні пацани. Я всім желаю удачі. І що я, блядь, що я вам нахуй ще скажу, блядь? Оце на тілок не ведіться, блядь. Запомніть, що треба їм показувати, що ти тут настоящий самець, а вони просто тілки. Короче, до скорых встреч, ребята. Помните, что когда ты, короче, понял с города,
Коли ти з города імена? А нас тут ждуть. Чекають пацани нас. Короче, всім до свидання.